желанная дата. Ведь прошел, пробежал, пролетел школьный год. Позади вереница учебных занятий, разных формул, контрольных и прочих забот. 30 мая, традиции сплетения. Все готовились, ждали сегодняшний день. Подросли, возмужали вчерашние дети. И мала стала им наша школьная дверь. Им теперь подавай необъятные двери в мир, который зовем просто жизнь. В мир, в котором любить им и верить, созидать, создавать, судьбы мира вершить. Им настала пора с нашей школой проститься, беззаботному детству сказать «прощай». И сегодня ваш день, выпускники, выпускницы, и последний звонок дарит солнечный май. Встречайте, 11 А-класс, классный руководитель Ранчинская Анжела Анатольевна. Так, встречаем друзья и ребятишек, тех, что вышли из прежних детишек. Пожелаем им просто удачи, так держать, только так, не иначе. Классный руководитель Богинская Людмила Васильевна. Сегодня в школу жизни провожаем тех, кто прошел нелегкий школьный путь. Давайте им все вместе пожелаем не потеряться в жизни, не свернуть. Посвященная празднику последнего звонка, объявляется открытой. Право поднять флаг Республики Беларусь предоставляется Качан Валерии и Сучкову Антону.
света. Где цветы? Здесь должны быть цветы. Кто у нас зрители? Дети, родители. Так вот, тех двоих поменяйте местами, а мальчика причешите. Это шестой и окончательный вариант сценария. Да? Не верю. Но вы же даже не читали. Все очень достоверно. Гораздо лучше, чем в пятом варианте. Жаль. Кое-что мне понравилось. Это я оставила. А все остальное? Убрала, улучшила, довела до совершенства. Ничего лишнего. Помните, у Спилберга шумит ветер, наезд, а там... Один динозавр ест другого динозавра. Спилберг — ремесленник. Мне нужен фильм про детство, про школу, про последний день, про этот, как его... Который день-день, и все плачут. Про последний звонок. Здесь, финаль. Вот здесь, читайте. Звучит музыка, все остановились. Да, красиво. Местами даже гениально. Но я сделаю лучше. Все, будем снимать экспромт. Я это вижу. Реквизит в студию. Актерам грим, помощнику валидол. Мне кофе. Сцена будет здесь. Зрительный зал там. А звезды будут играть здесь. Какие звезды? Они сюда не приедут. Послушайте, мы с вами в школе, а здесь все звезды. И к тому же вы должны знать, что отечественная школа очень сильна. Правда, Оскаров у нее маловато. Но это мы исправим. После выхода нашего фильма о школе каждый актер получит по Оскару. А мы с вами даже два. За работу в экстремальных условиях? Мне на главной роли нужны два актера, девушка и юноша. Вот вы и вы. Выходите сюда. Приготовились. Внимание, мотор. У нас сегодня день особый. И радостно, и грустно нам слегка. Торжественно собрались мы сегодня на празднике последнего звонка. Последний раз выйдем сегодня на сцену. По школьной жизни вас всех проведем. И сегодня из фильма своем вам покажем, как жили мы в школе, чтобы нас вспоминали, когда мы уйдем. Мы роли разные играли. Ребенка, взрослого, ученика. Сыграть учителя мечтали. И вот сегодня роль выпускника. Сегодня перед вами в этом фильме 11 класс предстанет в полном блеске. Прощальная гастроль. И думаю, она запомнится надолго, навсегда. Ах, кто играть сегодня будет? Совсем-совсем, как в Голливуде. Сплошной окей и very good. Зачем нам нужен Голливуд? Слава всем ученикам, слава их наставникам, все, кто предан седьмой школе. Вот наш пролог к финалу подошел. Осталось только лишь сказать, что каждый, кто сюда пришел, артистам должен что-то пожелать. Абсолютно согласен, но не пора ли внести в фильм лирическую линию? А, поняла. Она из 11-го, а она из 10-го? Нет. Тогда она из 11-го, а он из 10-го? Да нет же, он директор. Кто за все у нас в ответе? Вкусно кормят ли в буфете? Как, чему ребяток учат? Как ремонт устроить лучше? Где бы спонсора найти, чтобы парты оплатить? Знаете, в каждой школе это человек один, директор. Уважаемый Владимир Васильевич, вам слово. Я вас приветствую, дорогие друзья, на этом празднике. Дорогие ребята, вот буквально как один день пролетел очередной учебный год. Этот год у нас был очень насыщенным на различные мероприятия, олимпиады, спортивные какие-то состязания. Мы неплохо этот год провели. За учебный год с сентября по май месяц наша школа, наши ребята своими силами завоевали чуть больше 200 наград, дипломы, грамоты, кубки различной степени. Это были различные мероприятия как районного, так и областного, республиканского и международного уровня, за что я вас очень благодарю. Хочу сказать спасибо своим учителям за их талант, за их терпение, за их профессионализм, за их умение раскрыть в любом ребенке какую-то хорошую сторону, раскрыть в ребенке тоже тот же талант и те возможности, которые они могут проявить в будущем.
Хотелось бы сказать слова благодарности родителям за то, что родители не бывают безучастны в жизни своих детей и в жизни самой школы. Вместе мы, дети, школа и родители, мы можем добиться очень огромных успехов. Ну и само собой разумеется, дорогие мои выпускники, вы же понимаете, что для вас это на самом деле уже последний звонок. Дальше у вас взрослая жизнь, но хотя пока расслабляться еще рано, целый месяц напряженной работы. Я вам желаю сдать успешно экзамены, сдать тестирование, поступить в престижные вузы, чтобы в жизни у вас все получилось, чтобы вас везде вам сопутствовал успех и удача на вашем пути, чтобы были только верные друзья и хорошие люди. Удачи вам и всех с праздником! Дипломом награждается Козлов Кирилл, Бараполя Григорий. Дети, быстрее выходим, у нас грамот много. Кузанова Елизавета. Шмигирев Евгений. Аплодисменты, родители, это же ваши дети. Точила Александра.